Завтра для выпускников 11 классов на набережной реки Казанки состоится общегородской праздник «Последний звонок». Ежегодно выпускников поздравляют известные музыкальные коллективы. В этом году по итогам открытого голосования на сайте Управления образования для поздравлений школьников приглашена группа «Пицца». Кульминацией праздника станет торжественный звон главного колокольчика со сцены и тысяч колокольчиков в руках выпускников с исполнением последнего школьного вальса. Уважаемые руководители, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что главной нашей задачей успешно пройти государственную итоговую аттестацию, организовать летний отдых детей, подготовить учреждение образования к новому учебному году. Система образования Казани обладает всеми необходимыми ресурсами для решения данных задач. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Очень важные цифры. Большая работа за этими сухими, казалось бы, данными отчета начальника управления образования. Первое, с чего хотел бы начать, это завтрашний последний звонок. 5-тысячная армия наших выпускников. Мы помним, и 10-11 тысяч собирали на последнем звонке. Прошу все оперативные службы с предельной внимательностью отнестись к организации, дети и Алексей Владимирович, чтобы все их маршруты весь день в повышенной готовности были и директора школ, и родительские комитеты, главы районов. Уделите этому, пожалуйста, особенное внимание, ну и управление внутренних дел.